Так, у нас на обзоре снежное лакомство, так называется мороженое. Это у нас мороженое эскимо, пломбир, ванильный, в шоколадной глазури с растительным жиром, 80 грамм. Зимнее оформление, елка, ребенок катает шар для снеговика, в снежки играют родители. В общем, надо пробовать снежное лакомство. Смотрим, кто у нас производитель, пока не вижу, сейчас разберусь. Йошкар-Олинский хладокомбинат, Республика Мари-Эл, 80 грамм, уже говорил, давайте вскрываем, посмотрим. Ну, это классика жанра, эскимо на палочке, шоколадная глазурь, все как полагается, размер, все по уму, как в старые времена. Вкус даже очень ничего, само мороженое, я имею в виду то, что белой консистенции, оно очень тает однородно, вообще нормально. И сама шоколадная глазурь супер-пупер. Отличное мороженое, мне нравится. Надо как-нибудь почаще брать. Стоило в районе 30 рублей. В магните покупал.